Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Сливарима. Сегодня у нас первый взгляд игры под названием Stellaris Leviathan. Это дополнение вышло буквально, мне кажется, 2 недели назад, если я не ошибаюсь. В общем, что в этом дополнении нового? Добавили кураторов, они продают звездные карты, сообщают полезные данные о слабостях стражей и открывают доступ к особым технологиям. Также в игре вы можете встретить разных торговцев, которые скупают разные минералы, либо продают уникальные стратегические ресурсы. Ну и, конечно же, есть еще и творческие личности. Это у нас художники. Художники строят произведения искусства, которые можно размещать на своих планетах и тем самым поднимать счастье своих граждан. Конечно же, это дополнение еще добавило очень много разных опасностей в такой огромной галактике, где нам предстоит создать свою империю, создать свою расу. В общем, пробуждение угасших империй. Угасшие империи теперь будут, между собой воевать. То есть они не тупо, там какие-то там пассивные ребята и начинают двигаться, когда вы рядом с ними застраиваетесь. А они начинают там между собой тоже вести огромные баталии, шатать галактику, и у вас будет шанс примкнуть к ним, да, там к одной из двух сторон, либо остаться на стороне и наблюдать, как они друг друга начинают уничтожать. Новые условия победы для федерации, если вы, конечно, создаете федерацию, и, в общем, автоматическая разведка, кстати, да, добавили, вернее, разведку. Точки сбора появились и планировщик расширения. Планировщик расширения — это, то есть, раньше как мы колонизировали планету? Тупо только по карте, да, там увидели планету, ее туда начинаем, то есть мы начинаем сначала создавать колонизатора, то есть корабля, да, потом мы его туда направили, а теперь появился такой лист, где нам покажут возможные планеты, где мы будем их колонизировать. Только имейте в виду, я один раз по этому листу начал колонизировать планету, оказалось, эта планета находится прямо рядом возле угасшей империи, и в итоге меня просто вынесли нафиг к чертям собачьим. Также улучшен контроль над секторами. Если у вас более 5 планет, там 6 планет, да, то есть у вас уже, наверное, более 500, не знаю, там 50 планет, да, то есть сектора, они стали намного лучше контролироваться, и застоя, вроде бы, разработчики сказали, не будет. Ну ладно, мы, в принципе, с вами уже можем долго это дело перечислять. Очень долгое прохождение, мне кажется, будет. Я создал фракцию, называется Альтаир. Кочующие, способные, ксенофилия и фанат. Ну, короче, мы будем с вами фанатиками, да? Единственный вопрос. Я хотел бы, конечно, поменять на лазеры, либо на кинетическое оружие. Давайте лазеры возьмем. Потом я хочу сделать червоточины. Я люблю червоточины, я вообще обожаю это дело. Кстати, у меня стоит дополнение новое, корабли-растения, новая фракция. Но мы к этому времени потом попозже вернемся. HR 216 планета, я не знаю, я с лампочки назвал это дело. И наша форма правления, демократия, дало демократию. Давайте лучше божественный мандат. Стоимость указа минус 15%, стоимость действия указа минус 15% и смена принципов минус 10%. Это тип правления довольно хороший, я думаю, потому что, не знаю, вот теократическая олигархия 40-50 лет, да, избирает нового правителя. Вообще, я люблю диктаторов, если честно. Вот абсолютно монархия, она мне пока что не интересна. Божественный мандат. Ладно, давайте пока демократию оставим. Будем с вами выбирать новых бойцов. Сохраним. Готово. Друзья, я понимаю, что достижения мы будем получать тогда, когда мы вроде бы режим стальная воля, да, но с другой стороны, вот каждый раз эта игра будет сохраняться. Блин, это так неудобно, если честно. Ну ладно. Искусственный интеллект империи. 13 империй, развитый ИИ 4. То есть это будет... изначально у них там хорошие ресурсы. Максимум угасших империй 2. 2 империи. Пригодны для жизни миры. Кстати, вот это новая фича. То есть мы можем сделать на 500%. Давайте лучше оставим на 3, на 100%. Агрессивность искусственного интеллекта нормально. Сложность хорошая. Допустимая сверхсветовая технология. Любая, это получается и варп-двигатель, и, конечно же, гиперпространственный движок, ну и, конечно же, еще и червоточины. Начало в скоплениях, включить, развитые соседи,
Это у нас параметр определяет, будет ли империям с развитым искусственным интеллектом разрешено зарождаться возле игрока. Включение данного параметра может привести к появлению меньшего количества соседей с развитыми искусственным интеллектом, чем указано. Включение. Выключит включение. Ну ладно, давайте-ка оставим как есть. Кризис в конце игры. Это... Я не знаю, что это такое, но в поздней игре, мне кажется, будет полная жесть. Режим «Стальная воля» включаем. Средняя. Ну все, поехали. Надеваем скафандры. Всем приятного просмотра. Ну что ж, хватит болтовни. Поехали, ребята. Так, наша империя. Вот здесь мы находимся, получается, на 2 часа примерно, да? На 1.5 часа, можно сказать. Где-то так. Ладно, научный корабль сразу отправляем. Через Shift зажимаем, чтобы он начинал все это дело изучать. Это первое. Второе, исследование. Темп исследования 5% сразу делаем, бустим. Сразу колониальный корабль. Хотя, с другой стороны, сразу же колонизировать, разные планеты не советую. Ну, тут тоже по ситуации нужно смотреть. Инженерная лаборатория. Тоже изучаем. Поехали. Так... Наш боец, кстати, боевку изменили, друзья мои. Теперь боевка намного интереснее стала. Так, у нас Iron Mod стоит, поэтому каждый раз игра будет сохраняться. Подождите, давайте каждое сохранение будем делать следующим образом. Где-то здесь была какая-то игра обучения. Выключаем автосохранение в облако. Включаем. Режим стального авто. Ага, здесь никак не сделаешь. Ладно, давайте в облако тогда уберем, а то сейчас, мне кажется, автосохранение будет очень... Хотя, давайте оставим в облако, посмотрим. Ну-ка. Я просто хочу ачивки поймать, получить, понимаете? И каждый раз вот это вот, конечно, когда сохраняется, это полная жесть, друзья. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Счастье плюс 4, это наш губернатор. Находится, кстати, давайте я вам покажу нашу планету. Вот она вот так вот выглядит. Наша красавица планета. Так, еда у нас. Спасибо. Еда у нас плюс 3. Прекрасно. Гидропонную ферму либо делать, да, либо... Давайте лучше сделаем добывающее предприятие. Слушайте, мне уже начинает бесить это дело, если честно. Так, нам надо будет потом с едой разобраться. Обнаружена инопланетная жизнь. Туда-сюда обратно. Левиафан. Ух ты, сообщает об удивительной находке, если сделаны... Вот это жестяк. Короче, пошел экшон, по всей видимости, да? Так, нам надо гидропонную ферму еще улучшить. Давайте, ребятки. Так, строить здесь мы ничего пока не будем. Отлично, пошло строительство. Столицу мы можем, кстати, теперь поменять. И вы посмотрите, как теперь все это дело изменили. То есть теперь у нас планеты и секторы. Здесь у нас планировщик экспансии, о которой я говорил вам. Здесь у нас будут появляться те планеты, которые мы можем колонизировать. Мы прямо отсюда можем нажать вот эту кнопочку и сказать «колонизировать». Для колонизации разных планет теперь требуется больше влияния, чем это было ранее. Кстати, что у нас здесь получается? Спасибо. Отчет о контракте. Загадочные покорители космоса. Империя Альтаир. Альтаир наконец обнаруживает собратьев по путешествиям среди звезд. Вот такие, знаете... Так, где у нас там? Где у нас там враги? Ух ты, ёпта, 554. Но этих ребят я видел. А, нет, стоп, подождите, их впервые видел. Вижу. Так, ну ладно, мы тогда уходим в другую систему. У нас, в принципе, систем очень много, которых мы могли бы... Вот здесь по-любому здесь есть тоже, это, по всей видимости, пульсар. Ладно, я думал, нейтрон, это, оказывается, пульсар. Рядом с нашей звездной системой. Хорошо, наш строитель будет строить, конечно же, через Shift научные станции и, конечно же, еще и место добычи. Что-то у нас прям система какая-то непонятная, если честно. Всего лишь 3 энергии. В нашей системе. Это очень плохой показатель. Старт, конечно, у нас не удался. Ладно, наймем адмирала пока что. Стоимость найма лидера. Дешевого возьмем. Начнем потихонечку штамповать корветы. 2 корвета. Так, у нас здесь сейчас поднимется.
Физические исследования, социологические исследования, ну и, конечно же, инженерные исследования. То есть это самые главные очки, которые нас будут бустовать. Я имею в виду в плане изучения разных систем, разных технологий. Так, здесь у нас планета, пригодна для жизни, 80% пригодность. Прекрасно. Размер планеты 14. А наша планета, кстати, какой размер у нее? Ну-ка давайте посмотрим. 20. У нас планета пригодность, конечно, 100%. Мы здесь появились и родились. Планета столица, смена принципов минус 10%, счастье плюс 10%. И вытеснение за границы планеты плюс 50%. Невероятно. В пульсаре по-любому будут у нас враги. Ну, так или иначе, мне надо проверить этот факт. Если у нас флот сможет заточить эту каточку, то мы зачистим пульсар. Так, ладно, отправляем тогда своего строителя домой. Пусть он пока занимается своими делами. А, вернее, ждет. И посмотрим, что мы здесь можем построить. Так, нам надо гидропонную ферму еще одну строить. Чем больше еды, тем быстрее мы будем развивать свои планеты. И туда заселяться. Ну, рождаемость повышаться будет у нас. А это самое главное. Мне надо быстренько планету потянуть. Спокойно. Остановить. Ёптать. Ребята, что это за дела? 800 флота. Охереть. Так, нам надо как-то что-то сделать, что ли? Что-то они прям меня жестко шатают. Ребята, улетайте отсюда, а? Твою налево. Так, строитель, отступить. Это что такие-то? Вы откуда взялись-то, ёптать? Нас атаковали, ребята. Человечество под угрозой. Это просто гребаная жесть. Походу, у меня уже нет станции, да, сейчас? Нормально. Я думаю, мы катку затащим. Я надеюсь, мы эту катку затащим. Так, строительный корабль свалил. Ну, давай. Дружище, давай. Так, смотрите, они уже своих этих амебов, ёптать, отправили к нам. Так, работаем, ребята, работаем. 775 у них. Блин, они сейчас меня ушатают. А у нас еще корветов нет. Нифига. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда они взялись-то, а? Ребята, вшатываем. Отступить, дебил. Куда же ты пошел-то? Уходи. Блин, плохо. Вот это начало, конечно, хардкорное начало. Я не ждал то, что вот такое прям жесткое нападение будет. Они меня сейчас уничтожат. Вторжение инопланетян. Так, одного мы чпокнули прекрасно. Давай. Лазеры, ну, выжигаете неверных-то, ёптать. Блин, мы своего адмирала еще потеряли. Давай! Затащи катку, дружище! Есть! Ну! Вот это графон, конечно, хорошую битву сделали. Фух! Битва флотилий в системе Q10-4. Это просто гребаная жесть. Давай, исследуй проект. Это просто гребаная жесть. Вот это да! А нет, смотрите, стоп, у нас адмирал выжил-то, а? Ай, бороду твой целеваль, молодец просто. Вот это жестяк. Ну, чтобы так, такое я еще никогда не видел. Так, у нас ремонт идет, производится автоматически. Наша станция затащила каточку, это хорошо. Военная мощь у нас получается 1200. Корвет наш штамповать побольше. Ну, вот так вот, видите, сейчас еще и пираты, по всей видимости, появятся. Это будет жестко. Так, что у нас там с планеты это? Это, в принципе, хорошо. Я не знаю, стоит ли нам тратить время прироста 20%. Давайте потратим, ладно, хорошо. Нам сейчас самое главное сфокусировать свое внимание на свою планету, чтобы быстренько развивалась. Там на 20% прироста будет больше.
скорость прироста, да, и счастье, и еда. Еда у нас плюс 4. Ну что ж, ускоряем время. Пора. Вот это, конечно, хардкор. Откуда они взялись-то, а? Пришли прям, шатнули ремосенка. Оп! Вот видите, мы исследовали вот эти обломки, и у нас быстренько некоторые вещи начали изучаться, да? Гидропонная ферма второго уровня. Инопланетный зоопарк. Мы, кстати, можем построить инопланетный зоопарк, и это сооружение будет нам давать определенную фишку. Ну, я имею в виду, счастье будет добавлять. Либо гидропонную ферму. Либо просто вместимость флотилии. Давайте сейчас мы с вами все-таки флот хороший сделаем. Хотя бы для начала, потому что я не знаю, сколько еще таких атак мы будем выдерживать. А это, блин, не шутки, если честно. Это прям вообще не шутки, Вась. Еще два корвета сделаем. И поверхность посмотрим здесь. Скоро у нас еще один прирост будет. Сразу можно еще одну гидропонную ферму построить. Здесь мы займемся расчисткой всего этого дела. К сожалению, все, деньги закончились, минералов почти 19, ну и, конечно же, электроэнергии тоже. Ладно, возобновляем игру, указываем нашему бойцу, вернее, нашему исследуя все проекты, и через Shift его отправляем на другие системы. Нам же надо изучить еще какие-то системы, правильно? Так, наше влияние еще пока что не достигает этих систем. Кадор и Эджгла... Эджгравис, ядрить твою налево. Давай, 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 находи аномалию. Это первая аномалия, которую я нашел. Экшонская серия. Я вот сколько раз начинал с нуля, там играл. И вообще наиграл очень много. Это 100 часов, кажется, уже наиграл, да? Ну, для меня это нормально. Так, это у нас корветы, корветы, корветы. Оборонительные станции. Сборочная верх корветов второго уровня. Слушайте, мне все-таки надо еще и оборонительную станцию построить, да? Ну, пока еще рано об этом думать, поэтому давайте лучше пока что верфь будем строить. Так, ладно. Пришлось немного передохнуть, друзья мои. Потому что после этой битвы я еще в себе не пришел. Research complete. Thank you very much. Вместимость хранения. Электростанция второго уровня. И 360. Давайте лучше щиты пока что изучим с вами. Я не знаю, что еще будет дальше. Так, космопорт. Два корвета еще делаем потихонечку. Счастье у нас вообще здесь какое-то непонятное. Навык плюс 4. Планета туда-сюда. Почему у нас несчастливый, ребята? Счастье давайте по-быстрому. Так, ферма, ферма работает. У нас плюс 7 пищи. Рост просто невероятный. Так, научный корабль закончил, да? И что такое здесь? А, это наш прыгнул только что. Ну да, червоточины, они, в принципе, сложно, да, в самом начале. Потом, когда вы уже их построите, изучите их, как говорится, дальность прыжка увеличивается. И в итоге, ну и реально, самая хорошая вещь, это, мне кажется, червоточина. Хотя, ну вот самое, не знаю, вот я сколько раз пытался играть с гиперварп, не этот, гиперпространственный движок. Блин, неудобно. Тебе приходится общаться с соседями, пытаться с ними договориться, чтобы пройти через их территории. И все это дело просто реально бесит. Так, у нас 464 минералов. И почему-то у нас проблемы с электроэнергией. Деньги — это у нас энергия, ребята. Вот в этой игре деньги — это энергия. За счет энергии держатся наши корабли, наши станции, наша империя. Музыка просто невероятная в этой игре, если честно. Кстати, музыку поменяли, немного улучшили. На старую оставили, и еще и новую добавили. Я все жду еще, когда в Элите добавить новую музыку. Я вообще фанат космических игр. Кстати, давайте своего отправим на лечение сначала, да? И у нас пропал строительный корабль. Ну да ладно, у нас нам пока не нужен. Все-таки давайте построим строительный корабль еще один. И давайте посмотрим конструктор кораблей. Ну, пока что ничего такого интересного мы с вами не изучили. Но экшон у нас, конечно, жесткий. Мы уходим в минус. Так, строительный корабль пошел. Ну что ж, колонизировать придется еще одну планету. П-
планировщик. Давайте сначала вот это. Нам надо увеличить свое влияние, изучив альфа-алис каких-то там, да, и бета-алинс. А, теперь есть возможность, то, что если вы будете изучать не то, что раньше, да, то есть раньше вы изучали новые фракции, да, расы, либо там какие-то находки, у вас, вот смотрите, у меня вроде бы остановилась, видите, технология, потому что я изучаю новые расы. А теперь все идет, как бы все так же остановилось, но теперь есть смысл изучать, потому что за счет этого изучения мы будем получать либо, сейчас скажу, либо влияние, либо мы будем получать особый проект. То есть есть вероятность, что мы получим влияние. А как раз мне влияние нужно, потому что я хочу колонизировать новые планеты, а для этого нужно очень много поинтов влияния. Так, конструктор судов, планировщик. Вот смотрите, кост 30 влияния. Чем больше планет, тем больше влияния, я так понимаю, да? Так, 80%, 80, вот, 16, да? Ну что ж. Давайте создадим, отправим его вот сюда. Вот видите, как теперь колонизация работает-то. Алиос. R1S1. Спасибо. R1S1. Планета будет называться. Вот смотрите, вот через этого планировщика мы с вами дали задание нашему порту, да, нашей верфи, построить колониальный корабль, и этот корабль автоматически пойдет именно на ту планету, которую мы указали в планировщике. Надеюсь, я правильно выразился, да? Ну, понятное дело, то, что вот куда я сейчас отправлю своего бойца, ученого, здесь у нас будут проблемы. Нет, смотрите, стоп, никого нет вообще. Да ладно, пульсар. Посмотрите, друзья мои, как этот пульсар красиво выглядит. Это просто полная гребаная жесть. В пульсаре, кстати, мы можем построить... По-любому, здесь есть ресурс науки. Я так понимаю. Нет. Да ладно. А, нет, здесь ресурс технологии. Видите, какая красота, а? Пульсар просто... В пульс тебе целеваль, да? Аномалию делаем. И через shift его отправляем на близлежащие системы. Ну что ж, невероятное начало, друзья мои, у нас получается. Нас, конечно, чуть не слили. Так. Ну, было, конечно, весело. Это просто жесть. Ладно, давайте посмотрим. Дальше, что мы можем здесь посмотреть. Так, ну что, колонизация пошла. Они не могли далеко улететь. Ну, это, в принципе, понятно, это уже давнейшая штука. Давайте корабль посмотрим. Вот он наш. Наши ребятки пошли осваивать новую планету. Юху! Пошла жара. Так. Долетели. Наконец-то. Люди основывают новую колонию. Да уж. Давайте, ребятки, мы сейчас в минус ушли, да, конечно же. Нам надо, кстати, поработать, посмотреть, что мы здесь можем. Во-во-во-во-во-во-во-во. Электростанция, вернее. Отправляем сюда ее красавицу тоже. Минус 5, твою налево. На экране они посылают нам сигнал. Ну, привет, дружище. Командир утилизаторов. Верните нашу собственность. Что, говорит, нам нужны чужаки? Короче говоря, они забрали этот, и нам предлагают за 100 кредитов вернуть нам зонт? Слушай, у меня нету. Подожди, стоп. Их флот 139. Давайте мы их просто-напросто шатнем. Подожди, а это не те ребята. Так, блин, купил новую клавиатуру, называется. Давайте зачистим это дело. Сейчас будет битва в плане нападения, дорогие друзья. 184 силы. Я думаю, мы с вами затащим эту катку. Своими лазерами просто будем очищать их от всех грехов. Пошла мазута.
О, у них ракеты. Работаем, 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 работаем. Ну, все-таки битвы здесь как-то мне больше нравятся, чем, например, в других играх, как Endless Space 2. Хотя там тоже понятно. Но здесь как-то, знаете, зонт на борту. Мы забрали свой с... Все нормально. Они еще просят, ептать, кредиты за это. Так, научный корабль. Отправляем его сюда. Ну и, конечно же... Подожди. Исследовать сначала проект. А, все. А систему мы с вами исследовать не можем, да? Так, мы сюда не допрыгиваем. И исследовать эту систему еще по ходу дела. Ну что, смотрите, корабль у нас готов. Он ждет нашего приказа. Мы вернули свой зонд. Шатнули ребят. А это не все. Они могут к нам вернуться уже с огромным флотом. Сказать, нихера вы там наших ребят шатнули, Вася. Просто давай до свидания. И все, и империя Рима уйдет на дно. Кстати, строитель корабль, ты что же стоишь-то? А ну-ка давай пошел строить научные станции сначала, а потом уже добывающие станции. Мне нравятся вот эти вот системы, вот как-то вот, видите, звездная система, обычная звездная система, и в каждой системе есть какие-то разные ресурсы, и все это дело визуально можно контролировать. То есть, как говорится, в реальном тайме. Похвала артиллерии. Слушайте, ну когда, давай быстрее, а то мы уже в минусе, ёптать. Давай быстрее. Так, электростанции строим. По-быстрому, по-быстрому. Так, вот она еще одна электростанция. Для этого нужно 32. Ух, наконец-то мы ушли в плюс. Прям впритык. Друзья мои, сразу нанимаем сюда нового. Так, пища плюс 10%, стоимость строительства гидропонной фермы минус 20%. Здесь у нас что? Также? Также. Давайте вот эту красавицу возьмем. Нанимаем ее сюда, через 10 дней она к нам у нас появится, да? И счастье, по всей видимости, должно увеличиться. Так, у нас здесь прирост так себе, конечно же, но... Я думаю, друзья мои, мы сейчас с вами построим все это дело и опять, походу, уйдем в минус. Research complete. Так, время прироста плюс 10%, минус 10%. Жилой отсек... Содержание армии. Жуки-амебы. Очень много придется их, конечно. Давайте время прироста минус 10%. Это тоже, я так понимаю, к планетам относится, да, этот навык. Здесь очень много, ребята, всякого. То есть это, в принципе, только начало. Мы еще с вами не познакомились ни с одной расой. Я имею в виду на уровне дипломатических отношений. Ну, я понимаю, так понимаю, что уже есть некоторые проекты. Давайте их изучим как раз. И здесь у нас добыча минералов, да? Награда 80 или 175, да? Добывающие станции построены. 0 из 4. Подождите, мы же с вами построили добывающие станции. Вот у нас, кстати, первая добывающая станция. Нам надо будет вторую построить здесь. Мы можем даже... Знаете, что сделать? Построить сюда вот эту вот штуку. Это называется пост... пограничный форпост. То есть он требует влияния за год. Одно влияние и, конечно же, ежемесячное содержание. 3. Получается энергии. Эта энергия у нас пока что в ограниченном варианте. Давай, иди ищи аномалию. Я всегда аномалию, всегда говорю, иди ищи. Хотя бывают времена, когда наши... Так, вот она энергия, сейчас мы быстренько... Наши ученые погибают, изучая те или иные аномалии. Корветов побольше. Так, у нас 17 из 16. А, 7 из 16, вернее. Наш флот. Вы посмотрите, в принципе, довольно интересная территория, да? Ну, в столице у нас мало чего, ну, вокруг у нас, в принципе, нас окружает очень много неизведанных систем, которых нужно оккупировать. Забрать их себе и, конечно же, построить свои собственные заводы, станции, свой собственный огромный флот и захватить всю галактику. Ну, пока еще рано об этом говорить. Друзья мои, это была очередная серия на нашем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не поленитесь, поставьте обязательно лайк, друзья мои. До скорых встреч. Желаю вам удачи. Сейчас я быстренько сохраню. Ай, сохранение где? Ай, давай сохрани... Ай! Есть сохранение. Всем удачи.